Олександр Краковецький – звукорежисер Центру культури, а з минулої осені ще й керівник вокальної студії. Нескромно назвавши колектив власним іменем, чоловік взявся вчити молодь співу. Через півроку роботи говорить про вихованців з гордістю. Настя Чаплінська, вона у нас теж працювала на той момент, так сказати, перший мій ученик, який попав одразу, можна сказати, автоматично. Далі. Колю мы нашли на конкурсе, маски-шоу было у нас такое мероприятие. Алена Демчук, Аня Козловская, они пришли по объявлению. Ну, Аня у нас немножко раньше занималась, потом она ушла, ну, свои какие-то были дела. Вот Влад Сафонов, он сам со Штаргресса тоже давно занимался, но как-то одно время пропал. Работа, семья, все такое. И с удовольствием хочу еще представить одну нашу певицу, так сказать, звездочку, Александра Мартишенко. Колектив збирали за оголошеннями в пресі. Вікових обмежень не створювали. Головне, щоб душа співала. Зараз в студії 8 хлопців і дівчат, яких об'єднує любов до музики. І коли на репетиції один заводить пісню, підхоплюють всі. Придя сюда работать, узнав, что здесь как бы тоже необходимы вокалисты, я, естественно, захотела тоже принять участие, и вот с тех пор пою здесь. Мне это очень нравится. Я, в принципе, не представляю, что бы делать, если бы я не пела с самого детства. Года три как сам начал писать, и вот захотелось исполнить так, а тут появилась такая возможность хорошая. Люди разные, каждый со своими проблемами, но мы едины в том, что мы вот стремимся опять же таки выступить, показать, то есть на что, то есть какие у нас таланты есть вообще. Удовольствие от выступления на сцену, когда выходишь, и особенно когда найдешь вот отклик в зале вот с людьми, это, ну, не знаю, масса удовольствия доставляет, как бы энергия, прилив, не знаю даже, как сказать, это ощущение непередаваемое. Руководитель у нас очень добрый, отзывчивый, внимательный очень, и мне нравится его отношение, его подход вообще к людям. Від ретро до сучасних хитів. Головне, щоб людям подобалось. Таким гаслом керуються алексівці. Тому не ставлять перед собою мовних чи тематичних обмежень. Виконують те, що до душі самим і ближче за настроєм народу. Перепочивши після нелегкої роботи 9 травня, вокалісти Алексу взялись за вивчення нової програми. Де і коли виступатимуть наступного разу, ще не знають. Проте вже готові радувати глядачів новими результатами творчості. Ірина Кобідета, Ігор Мухін, новини телекомпанії «Луч».